Всем привет, с вами Деферки, и в этом видео я хочу затронуть тему то, каким будет, финальная сцена игры Парка Смерти 2, допустим. И так вот, хочу сказать то, что она сделана будет по моей идее, так как некоторые сюжеты в игре сделаны тоже по моим идеям. И так вот, летом я переписывался очень много с разработчиками игры Антарктида 88, Парк Смерти 1 и Парк Смерти 2. И вот, допустим, у нас выходит Парк Смерти 2. Я об этом узнал первее всех, то, что он будет выходить. Еще летом я узнал о нем, то, что он будет. Ну и так вот. Они сказали то, что подумают над идеей. Но сейчас подробно я вам все зачитаю, после того, как я немножечко вам все объясню. Ну, начнем с того, что я много с ними переписывался. И вот на уроке я задумался. Какая же будет сцена? Это было, кстати, на математике. Какая будет сцена? И сейчас я вам ее зачитаю и вспомнил про свою эту переписку. И вот, когда мы бежим в свою комнату, то мы сначала должны попасть в комнату, где похоронен клоун с жуткой подсветкой, и нам нужно будет найти оружие, и когда мы найдем оружие, он вылезет из могилы, и нам нужно будет попасть ему в сердце. Но клоун будет хромать и медленно ходить. Или как захотите, это я им пишу. Ну, как захотят они, быстро он будет ходить, медленно. И когда мы попадем ему в сердце, он начнет орать и взрывается. И из него выпадет ключ от комнаты. Ну а где у него сердце? Там, допустим, будет желтый цвет. А для Антарктиды скины для монстров. Ну, это я им предложил. И они мне пишут: спасибо за идею, мы подумаем. После этого они передали в свое сообщество, где они все общаются, раздумывают идеи. И так вот, возможно, это будет финал битвы этой с клоуном. Потому что по вчерашнему моему видео, кстати, ссылка на нем в описании, по вчерашнему видео можно будет понять, то что мы убили брата, и он вылезет из могилы. Это, кстати, я с ним переписывался 8 июля. Его брат вылезет из могилы, то есть он мертвый. Представляете? Еще я летом знал, какая будет сцена, но и не догадывался, то, что это будет именно она. Вот ставлю 10 тысяч. Если не будет этого всего, я 10 тысяч разыграю. Ну, я сам в шоке от того, что я впервые всех еще узнал, да и сделано по моей идее. Да, вот такие вот дела сделаны по моей идее, походу она будет. Потому что все по сюжету совпадает с то, как я придумал это, да еще и с переписками выше с ними. Ну а с вами был Деферки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока.